Венсдей, погнали. Мы ее можем, да, убить или нет? Как вы думаете? Вот она! Да, мы ее убили. А, убили? Мы ее убили. Да, еще раз убили. Ее очень быстро убили. Еще? Мы что, Венсдей убиваем только так? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусунёк, Кирилл Геймер, Кошмарный Той Бонни, Олд ТВ, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. ТВ, сам Олд ТВ. Однако всем здравствуйте. Ребятушки, тысячу лет мы не записывали игру Roblox и режим Scary Elevator. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем играть в крутецкий режим Страшный Лифт. Погнали. А, это что, SCP-049 здесь, да? Да, это... Мы прошли! Только зашли, сразу прошли. Отлично, люблю, когда мы нифига не делаем и проходим. А, нас сразу с лифта выкидывают? А что, изменили? Раньше вроде с лифта не выкидывало. Это очень странно. Все новое будет. Да, ребята, обновили этот режим, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И заходите в наш Дискорд, если хотите с нами пообщаться. Ну что, пацаны, давайте, кто сейчас умрет в этом режиме, тот лох. Давайте, погнали! Давайте на Диму уведите. Не надо, не надо. А где он вообще? Его не вижу. Не спавнится. А он за мной бегает. А он пробежал. Он за бензопилой бегает. Все, все, я понял. О, какая музычка здесь прикольная. Блин, ну все вы как-то красным подсвечиваетесь, я боюсь всех. Ладно. Вон он бежит, вон он бежит. Темная карта, жесть, просто темнющая. Где, где Олд ТВ вижу? Кирилл Геймер здесь ходит. О, можно сбежать было, реально, можно было сбежать и заработать дополнительные монетки. Все, сейчас мы это сделаем. И вообще, знаете, что хочется? Найти ключик и в секретную комнату попасть. Это будет круто. Так что, если кто-то найдет ключик секретный, будем всякие там штуковины себе забирать классные. Ой, надеюсь. Какой Стив это, херобрин? Ребята, у нас очень умные люди собрались, поэтому вы знаете, что надо делать. Писать, Гусанёк не умеет играть в Roblox. Да, я знаю, ну и ты виноват. О, я сбегаю, ребят, все, я сбежал. Отлично, мне засчитали выигрыш. Мне тоже. Тут Амогус бьется с этим. Я вижу, вот Амогус ходит. А их тут двое, что ли, бегает? Да, это скины, наверное. А, понял. Да, это скины. Очень странно, как-то все здесь пообновляли. А ну еще раз можно сбежать? О, я два раза сбежал. Я тоже. А это законно? Но только один раз, да, засчитывают? Больше не засчитают у меня побег. Или засчитают, вы не знаете? Не знаю, сейчас проверим. Так, у меня... По логике не должно. 329 монет. Отлично, отлично! Ого, так ты можешь себе классные штуки купить. Я, кстати, еще ни разу не умер. Я тоже. О, что это за монстр? Киллер селектед. Воу, моя монетка. Моя. Я вижу его. Я, кстати, пацаны, что... А, это не то, я думал, я ключик нашел. Вот он, монстр, вот он. Кримейдж называется. Грима. А, он не атакует? Нет. А может он завис? Но я не буду возле него близко стоять. А, он тупой. Он тупой? Он тупой? Кого-то мне напоминает. Все, пошел, да? Да. О, я вижу и слышу. Да что так быстро этажи меняются? Раньше такого не было, что за бред? Да бред, реально. А что так быстро? Ну, наверное, из-за сложности. А интересно, добавили этаж со скибиди-туалетом или нет? Мне кажется, еще нет. Да. Скоро добавят. О, Шрек! Ох, отлично! Гусанёк, твой родственник. Нет, это вообще-то твой брат. Я тут при чем? Ты сам начинаешь. Вот он, видите, Шрек бегает. Так, отлично. У меня жизнь отнял немножечко. Давайте наверх поднимемся, может, наверху что-то есть? Наверху тут все люди. А интересно, тут можно сбежать на этой карте? Наверное, нет. Наверное, можно. А нет, не мазбегалки. А где он? А вот он, вот он, смотрите, у него рожа такая прикольная. Ну, давай, иди. Не, я воды попью. О, как будто поссал звук такой. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы не забыли влепить лайкосик. Так, ну давайте какой-то сложный левел, потому что мы еще никто не умерли. Это очень странно, да, пацаны? Да. Конечно, поначитеривали, понадонативали себе. О, Джимен. Это тот этаж, когда мы, скорее всего, сольемся. Во, еще какая-то медалька. Блин, хочу найти ключик и все-таки сбежать с ключиком и всякие шняги себе набрать. Я Джимен. А потом слиться. Вот он бегает. Монетку никто не забрал.
Бенджамин. Я наверх. Опа. Я наверху. Я тоже. Ой, блин, я уже боюсь. У вас такие скины стрёмные у всех. А где Джимон? Я его не вижу. Он в лифт зашел. А, я вижу, вон, да. Лифт зашел. О, уже есть он скибиди туалет у кого-то, твоих. Смотрите. Джимон, как так, Джимон, это и есть скибиди туалет, что ли? Да. А я только сказал, что... главный. Только подумал, когда уже обновлят, и вот они и добавили. Давай, залазь, чика тяжелая на башке сидит. Пошли. Да как-то легко. А кто-то умер, да, из наших или нет? Нет. Да, нет. Так, еще пока, мистер, ребята, у нас лохов нету, но скоро, я чувствую, будет это все. Да, гусь Санек? Я чувствую, ты сольешься. О, опять это монстр. Я понял. Это монстр, что? Я буду смотреть, как он идет, а он не идет. Блин, классно сделали эффект, когда монетки кто-то берет. Прям триллион штук сделали. Раньше такого не было. Ай, он меня лупанул. А че? О, все, он пошел, ребята, он ходит. Ходит. Я в нычке. А что за нычка у тебя там? Какой? Убили. Я в коктейльчике. Я в коктейльчике спрятался. Да он читер. Убили нашего, есть лох, пацаны. Кто? Кто? А, никто не умер? Я думал, кто-то слился. Не клеветой. Блин, у вас такие все скины крутые, вообще обалдеть. Так, давайте из цепи нам какого-то. Один я лох. О-о-о-о, монстры Хендерсона, погнали. А как вы так монетки быстро собираете? Оставьте хоть половину монеты. Нет. Блин, не успеваю. А где он? Вот он. Помогите! Да я поддался. Я умер, пацаны. Но я не первый, кто-то еще умер до меня. Нет. Да, ты умер. Нет, я не умирал. Ты не умирал? Ну что, я лох, получается? Меня. Да. Так, сколько у меня монеток? Давайте посмотрим. У меня... Саня, он за мной 336. Бежит, лохи. Так, пацаны, я иду. Ого, я тут чик себе набрал. Одних и тех же. Так, пацаны, я иду спасать вас, я иду. Давай, ждем. Ого. А, не все. Я выжил. А мы чуть, видите, немножко подслили с пацанами, да? Ну зато вы два лоха. Почему? Эй, не оскорбляйся. Ну все, почти на пол. Я не умирал, я не лох. Ну все, сейчас, если я сейчас умираю, то гусанек лох, погнали. Нет. Ну 49, бегите. Ой, сцепишка. Я люблю сцепи. Чумной доктор бежит. Я могу здесь пройти? Нет. Я так и не нашел еще ни карту. Ой, ни ключик, ничего такого не нашел. Вот он. Он рядом прям прошел. Ключ? Да, он лошара какая-то. А че он такой медленный? Не знаю. А это его стандартная убил. Скорость. А это не наш. Я знаю. Так, бочка. Я могу сюда попасть? Нет. Блин, мне нравится у него озвучка эта. Классно. Как в оригинале сделано, кстати. Да. Да так легко. Раньше прям этажи длинные были. Может, в этом и есть прикол, чтобы интереснее было играть? Короче, Дима лох. Да ладно. Нет, неправда. Знаете, кто сейчас будет? Сейчас будет Соник. Саня. Соник, Экс. О, сиреноголовый. Взяли вы что? О. Ой-ой-ой, класс. Да, клевету сделай. А где он? Меня мгновенно убили, я даже не успел на него посмотреть. Ай, без скорости попробую повыживать. А у меня еще есть. Бегите. Закрыто, элеватор закрытый. Да он лошара какая-то. О, я могу зайти. О, я зашел. Вот он бегает, смотрите, ребята. Тихо. Да ну лошара какая-то в стену идет. А что ты на него обзываешься? Потому что он лошара. А, он за мной! Помогите! У вас с него что-то капает, да, как будто? Да, кровь. Это грязь с него. Он меня чуть не убил. Он грязный. Это не грязь, это кровь, которую он... Пусть Санька кровь. Блин, я умер, да что за бред? Я же вроде... А ну да, я же и так не прошел. Ну ладно, не обидно. Я подался специально, чтобы... Податься. Не знаю, зачем я это говорю. Да вообще, Дима, у меня кровь невкусная. Так, а кто у нас там сегодня? Киллер? Не знаю, какой-то анимешник. Пирата Джек. И тучка. УТВ, это ты? Моя монетка. Ого, он как псих орёт. У него смех, как у Джокера, пацаны. О, Диму вижу. Я отрываюсь со всей силы. Так, пока мы еще не нашли ни ключика, ничего. И сбегалку не нашли. А где же сбегалка, интересно? А нет, наверное. О, я где зубы? А, чувак умер, а из-за чего он умер? Дима съели. От депрессии. Может, об зубы нельзя ударяться, жизнь не тратится? У меня пока есть полная жизнь. Нет, не тратится.
Так, смотри, Гусенек не выиграл. Кто у нас? Выиграл. Не выиграли. Все выиграли, да. Так, сейчас будет, знаете что? Сейчас будет... По ФНАФу карт. А нет. А нет, это как я... Я смотрел этот фильм, ребята, кто смотрел этот фильм про робота-девочку? Я забыл, как называется. Анель. Хорошо. Нет, не Анель. Какой нет, Анель? Нет, не Анель, вроде Мэг. О, Меган. Меган, да. Выход, сбегалку нашли. Во-во-во-во, прикольно. А где? Сбегалка? Да. Да, сбегалка. Возьмем какую-то награду. Вот тут. Нашел. Все, я сбежал, отлично. Меган не смогла меня замочить. Ну, мы пойдем еще раз, я ее не боюсь. Я хочу на нее посмотреть. О, вот она! Да Дима боится всех. Чикнула. А что у нее жизнь отображается? Как будто ее можно дамажить. Да, ее можно. Все обновили так, что их теперь можно не убивать. А чем? Оружие в магазине. Блин, мы можем теперь оружку набрать и замочить всех? Только она убивается с одного прикосновения. Как ее убивать? Я не знаю. С автоматом. С автомата. А есть автомат? Да, там есть. Прикольно. О, этот Майкл Джексон. Это из «Молчания Майкл, ягнят». Какой Джексон? Да, этот Майкл Майерс. О, вот он. Ой, это он из проснулся. Фильма «Молчание ягнят». Давайте его... Как тебя будем? Заколбасим. Ай-яй-яй, не о, надо. О, в чем он пошел? А, он слабый. Ой, нет, он... Да не, он не слабый, он, кстати, везде может залазить. Ой, он нашего чикает. А нет, он не наш, то не наш. Офигенно сделано. Ну, обновили. И графончик немножко а он с одного удара убивает. Сделали. По-другому. Да ему сложно убивать всех. Да? Он слабый. Да. Ему ударов 8 надо. Я вижу дамажит, я вижу. Я его немножечко почикал топор. А, да, я вижу, у него жизни отнялись. Нет, я не умер. Пойдет. Он гонялся, что-то у него... Мне кажется, у него меч был тупой, поэтому я не смог никого убить. Тупой, как и сам. Да, есть такое. О Бенди! Воу, вот это уже хорошо, мне это нравится. А чё мы не можем? Катсцена какая-то. А, может мы просто должны все умереть? Ой, блин! Ой-я. Чё за бред? Я испугался. А чё, можно упасть туда вниз или не? Да, можно. Да, можно. И можно проиграть, да, сразу? Стоите! А чё вы все там стоите? Идите сюда. Я почернел. Ой-ой-ой, класс! Эй, так чёрным был. В черном. А он не затапливает это место? Да не, ой, вроде бы все нормально. Не, ну если бы затапливало, тут бы уже уровень воды был большой. А где он? Никого это не вода, вижу. А чернила. Так, у меня 343 монетки. А вон он лежит, отдыхает, спит. А чё, он уставший? Это мой брат. Не, нет, он не, его не убили, он просто устал. Это мой брат. Краска, да, он... да ладно, что за бред, что так легко было, я не понимаю, что такое? Давайте самого сложного. Они, знаешь, пока мы не заходили, уже устали убивать всех. Да я понял. Самого сложного. Давайте нам Мощенецкого. Балди. О, Балди я люблю. Ой, блин, классная школа, моя монетка. Где ему будут по жопе линейкой бить? Ой, он появился. А где он? Какой-то он толстый какой-то. А это старый Балди. Нет, он не толстый, это этот из... Это батя Балди. Нет, это не батя, это этот, как его. Короче, не знаю. Черепашка ниндзя. Да, они ездили в поход на... А, да, это походчик. Да, походчик. Да, они ездили в поход на автобусе, там еще, я помню, да. Че, и тучка не получилась. О, я в классе Бальди. Буду стоять. Вот так, это перевод Бальди. Ой, он бьет меня! Отвали. Отлично, переключился. Меч алмазный. А! Блин, звук такой, когда бьет дубинка. Смотрите, как он мочится. Давай, Балди, мочи всех! По башке! Блин, еще бы чуть-чуть бы убил нашего, но не смог. Ну, уцелели. Так. Раньше не выкидывала с лифта, сейчас выкидывает. Непривычно, что надо заходить. Так, угадываем, кто угадает этаж, тот красавчик. Я думаю, что будет из цепи. А вы задрали этого опять. Он раз того раза обиделся, думает, я сейчас все-таки замочу. Кто там умничал? Опять Майкл Джексон. Ой-ой-ой. А мы когда на карте берем по монетке, она всего одну монетку добавляет или 10 штучек? Нет, не 30 или 40. А что, у меня уже должно быть 400, а у меня только 345, ты врешь. Оно, нет, она не одно добавляет. А, есть коин кок и сурвайвал. Убей его! Так у меня коинов, значит, много. 13 тысяч, это оно? Да. Нет, да. Я не понял, сейчас будем проверять. Тогда или нет? Я его убил. Отлично, монеты, дай монетку. Дай монетку, моя монетка. И что теперь, если мы его убили? Еще один придет? Он воскрешает. Да, воскрешает.
Офигеть! Короче, ты, когда его убиваешь, и за него монетки, и он воскрешается. Так, я пойду что-то куплю, раз у меня так много монеток. Я просто думал, что за сурвайвалы покупать надо. За сурвайвалы тоже можно покупать. Во! О, все, у меня монетка! Ой, у меня пружинка! Сквидвард? О, я помню эту штуку. Ну тут нельзя будет бегать. Или можно? Можно. Можно, это касцена. А Спанч Боб будет? Нет. Сквидвард вышел? Не будет. От первого лица не видно, все загорождали. Он идет. А он ближе подходит. Он ближе и ближе. Так, пацаны, я вспомнил, мне надо отойти кое-куда. Он сзади нас! Я пошутил. Ай, блин, да ё-моё! Я выжил. Вот для вы больше. Они просто, понимаешь, он когда самых сильных игроков первых убивает, потом слабых. Выжил. А я выжил. Следующий. Будет любому... Джефф-убийца. Джефф-убийца. Или нет? Будет. А, нет. Какой-то киллер. О, кто это? А, этот, 5-13. О. Севени Джейсон, во, вспомнил. А, 5-13. Да, Майк, ой, тьфу, Майкл, ё-моё. Ай-яй-яй-яй, меня чикает. Классная карта. А, Джейсон Вурхис. Давайте Джейсон Вурхис. О, сбегачка есть, я сбежал. Давайте еще раз пойдем. А где он? Предлагаю напасть на него. И что? Да я его убью. А он слабый. Его уже почти порешали. Нет, давайте посмотрим, как его убьют. Монеты, монеты, монета, моя монета. Я умею стенки строить. Да? Ой, да. Ты что за гитара? Сейчас мне без яйца, я покажу тебе. И он что, где еще один? И не вижу. Никого нету. А он все, он не дошел. Отлично, ребята. Это было очень просто. Почему я умер? Так, я думаю, что сейчас будет ФНАФ. ФНАФ. Вот все, просто для... От фонаря, не знаю, может и не будет. О, а что это за челебездриха? Дима, смотри. А он нам деньги подарил, кстати. Это гном. Это гномик деньги дарит? Это лепрекон. Лепреконша. Он поубивал почти всех. Мои монетки, мои. Нет. О, я сбегал к нам. Я вижу, ходит. Ну, кстати, скорость такая медленная. Погодите, я с ним файчусь. А, ну ты проиграл. Ты этот файтинг не затащил. Бывает. А я в лифте сижу на верхней его части. Не-не-не-не-не, лепрекон, отвали от меня. Дима, сбегалка. Сзади сбегалка. Нет, я хочу смотреть, как он всех мочит. А за сбегание дают монеты? Дима. Да, мы дают. Ну, у меня и так отведи, много очень. Я убью, нет. Не смогли если убить. Если что, я могу строить стенку и в лифт, он к нам не пойдет. Так это было, наверное, нам всем купить оружие и мочить их. Да. Можно было Golden Hammer купить, после сражаться в лифте. А, ну давайте после этого раунда купим. Все возьмем этот за бабки и пойдем куплять себе. А что это за пианино? Ой. Пацаны, мы сейчас все проиграем. Вот 100% говорю, мы проиграем все. Как и сказал, мы проиграем. Нет, я выжил. Мы с ТВ выжили. Пацаны, раз мы проиграли, мы все идем покупать себе мощное оружие. Где вы говорили, автоматы есть тут? Где? Вы обманули, нет автоматов. Вы врунишки. О, Smile Dog. Ну кто стенку поставил? Во, ружье. А вот, Дим, смотри, можно? Где во, ружье? Смотрите. Ага, а чё я не стреляю? Стреляю. Как его купить? Где ружье? Вот ружье. Все, я взял. Я иду мочить всех. Ну что, давай, иди сюда. Кто у нас там челепиздрик? Smile Dog. Ой, я его замочить. Мейлдок это исцепишка, да? Нет. Это не исцеп. Вот он, нет, вот он. Дим, огонь. Ай. Я стреляю. Ой. Дует. А его убить нельзя, он бессмертный. Сейчас вы обманули меня, вы же сказали, что убивать можно. Вы обманщики, я все тысячи патроны потратил. Мне кажется, тут Геймас можно убивать боссов. Купляем оружие, а их нельзя убивать здесь. Молодцы, моя школа, обмануть. Не, ну сейчас должны убить, да? О, Венсдей, погнали. Мы ее можем, да, убить или нет, как вы думаете? Да, ну ее, наверное, да. А кто? А где она? Вот она, Дим. Давайте, нападаем. Нападайте. Она сбегает, чикаем. Все, убили? А, нет. Да, нет. Я от фонаря стреляю, не понимаю, где кто. Вот она! Да, мы ее убили. А, убили? Мы ее убили. Да, еще раз убили. Ее очень быстро убили. Еще? Ну что, Венжда убивает, только так? Монетки. Хоть одну монетку дайте. Бейте.
бейте, бейте ее. Я ничего не понимаю, за вакханали, я ничего не понимаю. Еще раз убили. Это что, ее уже три раза убили? Да что так легко? Пятый раз. Это было легко. Нет, бластер себе заказать. Если понравилась эта серия, этот режим в Роблоксе, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.